вечер, уважаемые коллеги. Наша пресс-конференция, сумасшедший матч. Мы счастливы, вы, наверное, нет. Виртуальный главный тренер футбольного клуба АТ Алексей Бага. Ваш вопрос. Witamy serdecznie. Zwariowany mecz. Myślicie, że my? Zapewne nie. Główny trener Bata Borysow, ser Baba. Nasze pytania. Krystyna Godil, Belarus 5. Тяжелое положение с составом команд, знаем, кто выбыл. Плюс Вильямсон не смог выйти на матч, был в заявке. Что с ним произошло, это первое. И второе, как складывалась игра в целом, потому что, ну, наверное, первых 70 не наш зачет. Тяжкая ситуация кадрова. Как пан оценя первые 70 минут матча были очень тяжкие, как пан оценя шабек матча? Ну, первая часть вопроса была про Вильямсона. Он на разминке получил повреждение и не смог играть. Мы воспользовались заменой этой до стартового свистка и поменяли его на Березкина. 70 минут было не то, что плохая игра, скажем так. Мы пропустили гол, но это ничего не поменяло. Нам надо было все равно забивать мяч. Вот. Но единственное, что накладывал отпечаток на нашу игру, это много брака мы делали в простых ситуациях и оставались без мяча. А так, в принципе, обычный, добротный матч европейского баталии, скажем так. Odnośnie wymuszonej zmiany, rzeczywiście jednego zawodnika musieliśmy zmienić jeszcze podczas rozgrzewki, natomiast w całości 70 minut meczu to nie była zła gra, po prostu popełniliśmy proste błędy, natomiast w całości udało się te błędy później zniwelować. Proszę. Алексей, еще раз, вы сказали, что это обычный добротный матч, то есть вы считаете, что все в этом матче, в принципе, для Баты складывалось по сценарию? Нет, сценарий можно написать какой угодно, самое важное в таких матчах результат, он достигнут, и я очень доволен. Пан тренер уважает, что в этом матче все укладывало так, как должно. Найважнейший в матче был результат, мы его осягнули. Можно продолжить еще один вопрос? 15 последних минут, это, понятное дело, наш актив. Можно ли говорить, что этот матч БТ все-таки выдержал на опыте? Да, конечно, 100%. Мы специально держали в замене Эмилича и того же Мукама, потому как кадровая ситуация не очень хорошая, и нам нужны были люди в резерве, которые имеют опыт, которые имеют, скажем так, мастерство. Они вышли и, в принципе, перевернули игру, что Эмилич, что Мукам, поэтому, да. Ostatnie 15 minut meczu można powiedzieć, że Batę wyciągnęło na doświadczeniu. Oczywiście my z premedytacją zostawiliśmy takich zawodników jak Milic i Mukamu na ławce, którzy po wyjściu dodali jakości naszej grze. I jeszcze jeden odkaz ostatni od mnie. Сегодня очень здорово поддерживали трибуны, Батэ бесконечно скандировало, создало ли это какую-то домашнюю атмосферу? Ну, на самом деле хочется отметить атмосферу, то есть, как правило, на выездных матчах она в Европе хорошая, но когда люди поддерживают и тебя, и команду хозяина, это очень здорово, конечно. Большое спасибо и сектору, и польских ребят, и наших, конечно, это было нечто. Jeszcze pytanie o atmosferę, czy fakt, że na trybunach było wsparcie dla gości ze strony gospodarzy jakoś pomógł. Oczywiście bardzo dobra atmosfera też miała na to wpływ. Bardzo dziękuję polskim kolegom, którzy sprzyjali naszą drużynę też w tym meczu. Się proszę. Батэ идет дальше, но проблемы с составами остаются. Вильямсон, Филипенко, Щечкан, судя по всему, что-то какое-то повреждение. Насколько серьезно, насколько надолго выбыли эти люди? Щечкан не выбыл, у него все нормально, был ушиб бедра ему. Филипенко, Филипенко прооперировали сегодня в Италии, он выбыл на месяц с небольшим. Вильямсон завтра по прилету разберемся, потому что сейчас в раздевалке, естественно, никаких прогнозов нету. Но не надо забывать, что возвращается Драгун и вот-вот появится Дубаевич, поэтому мы спокойно относимся к этой ситуации. И, в общем-то, сейчас наша главная задача восстановиться и готовиться дальше. Wielu zawodników jest niedyspozycyjnych, jak aktualnie wygląda sytuacja kadrowa. Filipenko jest już po operacji, co z Williamsonem ocenimy po meczu, ponieważ teraz na gorąco ciężko oceniać, natomiast pozostali zawodnicy wkrótce już będą do dyspozycji. Proszę, się proszę. Следующий соперник Батэ Росенкорп, уже как-то думали об этом?
сейчас, что по этому поводу? Сейчас по этому поводу могу сказать, что следующий соперник БТР Росенбург. Все. Co może pan powiedzieć odnośnie następnego rywala Bate, czyli Rosenborgu? Jedyne co mogę powiedzieć, to że następnym rywalem Bate będzie Rosenborg w chwili obecnej. Jarosław Samczyk, panie trenerze, już po rywalizacji, czy Piast pana czymś zaskoczył, czy nie? Maciu, że zakończył się, skażecie Piast, was czym to udziwił ili nie? Пан Фролинок нам дуже дружину і дуже толкажу. Бо це футбол. Дві брамки Бате, одна брамка Піаста і Бате. Ютро Бенді. Шістко в пожанку. Пан знову дуже добре мовив по польську. Дякую дуже. Ще вопрос, будь ласка. Дуже добре. Дякую.